Всем привет! Получил сегодня еще одну посылочку, в этот раз с TV-боксом. Это бюджетная модель X96 Mini Plus. Поставляется вот такой упаковочке. Давайте распечатаем, посмотрим, что внутри. Итак, вот такой TV-бокс мне сегодня приехал. Это новая модель. Уже, как вы видели, раньше показывал X96 Mini. Здесь уже стоит новый процессор от компании M-Logic S905W4. Давайте откроем, посмотрим, что здесь есть. Это версия 2.16, бывает еще на 2.8. Наклеечка обозначается. Сам TV-бокс. Сам TV-бокс потом посмотрим. В комплекте идет блок питания. Вот такой блок питания. На 2 ампера 5 вольт. То есть стандартный блок питания со стандартным штекером 5.5. Пульт дистанционного управления. Тоже обычный стандартный пульт. Инфракрасный пульт. Мануальчик. Типа мини-инструкция на английском языке. И HDMI кабель. Для подключения TV-бокса к телевизору. Больше здесь ничего. Это весь комплект, который изначально поставляется. Ехала эта приставка мне 2,5 недели. Это из Китая. Я считаю, это довольно быстро. Я купил его еще за $27. Ссылочку, где я его покупал, конечно, оставлю под видео. Сами сможете посмотреть актуальную цену. Цена, в принципе, сейчас там меняется. Может, там 29-27, вот так вот где-то прыгать. Это за 2.16 версию. Внешний вид очень похож на предыдущую модель X96 Mini. Как вы помните, там тоже такая же похожий дизайн был. Только в этот раз уже, я так понял, здесь поставили еще вентиляцию, вот это вот по окантовке. Здесь отверстие. На передней стороне здесь ничего нет. Здесь просто такая глянцевая поверхность. Здесь только мини-ЖК-экранчик, который показывает часы и краткую информацию про подключенные порты. Сбоку здесь тоже ничего нет. Здесь тоже такая полупрозрачный пластик, такой синий. На задней стороне несколько разъемов. Это разъем под питание, это оптический разъем, что хорошо, HDMI разъем, Ethernet разъем 100-мегабитный, аудио-видео разъем. Еще одна сторона имеет два USB разъема версии 2.0 и слот под microSD карточку. На нижней стороне здесь просто тоже такая вентиляция, пластиковые ножички и указано, что это за модель, сколько гигабайт. В этот раз не наклейка, а просто такая гравюра. Более подробно я, конечно, покажу все это в видеообзоре, это пока что была просто видеораспаковка, чтобы показать, в каком именно виде приходит товар, от какого продавца, за сколько времени и, так сказать, анонс перед обзором. Обзор будет в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня же или завтра, в зависимости, когда будет монтироваться это видео. Что здесь поменялось, это только процессор, то есть процессор от компании M-Logic S905W4, та же видеокарта Mali 450, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти, бывает еще на 1.8, Android версии 9.0 также здесь стоит, также имеется Wi-Fi двухполосный, то есть 2.4 и 5 ГГц, а вот Bluetooth я еще пока что не знаю, точно скажу в видеообзоре. Ждите в ближайшее время видеообзора, а пока что будем прощаться, до скорых встреч, подписывайтесь обязательно, ставьте пальцы вверх, пока!